попадет под расселение и какими будут размеры компенсации? Сегодня на публичных слушаниях в мэрии Ярославля обсуждали проект планировки и межевания территории, где пройдет карабулинская развязка. На встречу пришли около 200 человек. Живем на чемоданах. Мой дом вот в том самом уголке Первой вокзальной улицы. Мы не знаем, нам строить наш дом, не строить, ремонтировать, не ремонтировать. И я боюсь, что мы будем в таком состоянии жить еще годами. Пока речь идет только о первом этапе строительства карабулинской развязки. От Толбухинского моста до пересечения Московского проспекта и улицы Гоголя. Когда именно жителям придется переезжать, еще неизвестно. На компенсации проектом предусмотрено порядка 1 миллиарда рублей. Но сколько точно получит каждый, тоже говорить рано. Несмотря на многочисленные вопросы, большинство участников слушаний высказались за предложенный проект. Сегодня проходим проект планировки. Следующим этапом мы заходим на госглав-экспертизу. Мы выходим на предложение для включения данного проекта в бюджет финансирования, федерального финансирования на 2017 год.